знаменитое место, здесь побывали. Да, это парфюмерная фабрика, да? Для экстрактов. Натуральные эссенции. Без химии, без добавок. В чистом виде, как говорят. И здесь побывали знаменитые, да, актеры. Курт Рассел. Голда Хайн. А вообще популярные люди со всему миру, да? Это вообще в газете пишется о нашем магазине. Историческое место. А сейчас хозяин магазина. Вот знакомьтесь, русскоговорящие. Да, я постараюсь как бы на русском разговаривать.